Саламу алейкум, всех приветствую. Заранее извиняюсь за качество этого видео, оно спонтанное. Я буквально час назад увидел кадры, которые я не видел еще до этого за 26 лет моей жизни, почти 26 лет моей жизни. Это реально трэш, кадыровские недолюди. Я не знаю, как их еще назвать. У меня нету каких-то нормальных цензурных слов. Решили унизить молодого парня и посадили его на бутылку, сняли все это на видео и опубликовали это в социальных сетях, тем самым делая к нам, ко всем, кто как-то критикует режим Кадырова, посыл, что вот, мол, если вы будете продолжать свою деятельность, с вами будет то же самое. Я хочу огорчить вас, кадыровцы. Вы этим нас не запугали, вы еще больше вызвали у нас ненависть. Мы еще большим усердием будем бороться с вами и разоблачать ваши мерзкие преступления. Этим видео вы никого не унизили, вы никого не запугали. Вы лишь показали, что есть путь Ахмата Кадырова. И с этого дня путь Ахмата Кадырова у нас будет ассоциироваться с этим видео.